сегодня 4 фильма великого комика, который ни разу не улыбался, никогда не улыбался. Бастер Китон, Йозеф, его звали, Йозеф. Значит, удивительный комик чем? Это комик, который лучше всех падал. Разнообразнее всех падал. Значит, его история падения началась с двухмесячного возраста, когда его уронили. Он не уронили, его он выкатился из колыбели, упал на пол и закатился под лестницу. Значит, родители его работали с труппой Гарри Гудини и жили в одном таком. В одном помещении все, где вы жили, и Гудини, собственно говоря, участвовал в воспитании малого Китона. Когда он увидел, что ребенок закатился под лестницу и не плачет, а смотрит, он воскликнул: «Вот и Бастер, какой удалец, уже это, еще ходить не умеет, а уже упал». Вот. И вот за ним закрепилось прозвище Бастер двухмесячного возраста. Значит, почему я его выбрал? Первое. Потому что здесь, в каждом из фильмов, к которому Бастер Китон приложил режиссерскую руку, очень занимательный сюжет, очень закрученный. Второе. Фильмы все сняты так, что ни разу ни один трюк не сыгран дублером, не сыгран с помощью монтажа. Все трюки сделаны так, как в жизни. Если человек падает с третьего этажа, он падает с третьего этажа. Он не падает с первого этажа и потом как бы это смонтирует. Третье, что Бастер Китон никогда не использовал добродушный юмор в своих фильмах. Все комедии у него черные. Все комедии у него с таким вот именно сарказмом, с черным юмором и как бы без той сентиментальности, которая свойственна Чаплину. У Чаплина фильмы человечнее, чем и «Вечер Чаплина» у нас еще будет. И третий, его очень удобно, очень комфортно играть, потому что у него очень грамотно распределены мизансцены. Первый фильм будет называться «Рабочие сцены». Я буду пытаться переводить там, где надо титры, там, где не надо, я буду молчать. «Бэкстейдж» – рабочие сцены, фильм, который снят вместе с дядей Бастера Китона, Роско Арбатлом. И первый фильм, Китон еще играет главную роль, он еще не царь и бог. Он еще только актер, причем играет роль актера второго плана. Следующие фильмы будут фильмы из разряда «Сам себе режиссер». Китон снимает, Китон режиссирует, Китон оператор, Китон главный герой. «Бэкстейдж» – рабочие сцены.
костлявая растенница ровно в 2 часа. Thank you.
Thank you.
кадр ел яблоко. История гласит, что во время съемок одного из фильмов пострадала вот эта актриса, которую вы видели. Причем пострадала она летально. То есть там на нее что-то обрушилось. Сейчас не скажу. В общем, суд приговорил к пожизненному заключению просто арбитру. То, что на его площадке случился несчастный случай с летальным исходом. И Китон, ему пришлось взять на себя все. Режиссуру, съемку, закупку пленок. И всю свою жизнь он пытался своего коллегу и родственника вытащить из фильма. И таки вытащил, но родственник оказался разорен. И всю жизнь Китон просто Аркула поддерживал. Теперь фильм «Тайный знак» Хайсай, который снял сам Китон. Это один из самых удачных его фильмов про банду бандитов. Смотрим фильм про банду бандитов. Хай Сай. Си бемоль, мажор. Thank you.
морально поддерживали свою репутацию блынующих бухарей. Блынующие бухари жили очень-очень весело. У них был свой тайный знак. Thank you.
Thank you.
после свадьбы. Это подождите. Неделя после свадьбы. Здесь те же самые гэги, которые в предыдущем фильме. Если вот эти гэги, смешные моменты, они кочуют из фильма в фильм, но сейчас забавно за ними наблюдают. Как они кочуют. Thank you.